Волейбольная жизнь на Полесье не утихает, кажется, ни на день. И, наконец-то, мы можем это сказать и про мужской юношеский волейбол. Ведь ранее только представители прекрасного пола радовали спортивных гурманов своими матчами, турнирными достижениями. Сильная половина человечества в этом плане была обделена. И вот, наконец-то, дело пошло. И с осени 2022 года стартовала любительская волейбольная лига Полесья. А с начала нового учебного года планируется старт юношеской волейбольной лиги. Турнир среди юношей школьного возраста, любительский, будет проводиться по круговой системе. Вот. Назрел, я думаю, что да, потому что мужского волейбола как такового в городе Мозыря нету. Это, конечно, печально, такой большой город. Вот. При поддержке отдела образования будет проводиться. Большие слова благодарности за поддержку, можно сказать, Ларисе Алексеевне Попковой и Татьяне Васильевне Дубровой. Начальник отдела образования Мозырского райисполкома Лариса Алексеевна Попкова, методист этого отдела Татьяна Васильевна Дуброва и их коллеги все стараются внести свой вклад в развитие школьного спорта, волейбола в частности. Лига Полесья дала хороший толчок как для любителей волейбола, так и для болельщиков. Вот. Участвует на данный момент 9 команд, но на следующий год планируется 11-12 команд. Это команды города Мозыря и района. В юношеской лиге будет участвовать у нас 14 команд. И надеемся, что она будет со временем расширять свою географию. Ну что же, не сомневаемся, что организаторы школьной волейбольной лиги должным образом подготовятся к началу этого турнира. И ориентировочно с середины осени в соревновательном календаре появится новое состязание, со временем традиционное.